Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам. Сейчас вам хочу показать выставку Владимира Дайбова про живопись. Так она называется. Как написано в анонсе, произведение Дайбова – это не просто визуальные факты и находки из жизни цветовых соотношений в наработанном русле мастерства. Это своего рода метафизические пейзажи, способные порой заразить зрителя и тоской бытия, и неожиданной красотой повседневной реальности. Ну, ему действительно так работы. Не могу сказать, что необычные, но интересные. Эта выставка организована в рамках долгосрочного проекта «Россия в Ирарте» совместно с Сургутской городской галереей современного искусства. Ну а если говорить о Владимире Александровиче Дайбове, в 52-м году родился в городе Ревда Свердловской области. Закончил Ленинградское художественное училище Серова, член Союза художников, бывал в творческой поездке в Германии, имеет дипломы Союза художников России. В настоящее время живет и работает в Курске, заслуженный художник Российской Федерации. И очень много у него выставок, как у нас, так и за рубежом. Испытал влияние русского авангарда, немецкого экспрессионизма и ленинградского андеграунда. Так написано в анонсе о художнике. Наблюдал за рождением рок-клуба, знал Виктора Цоя, Георгия Гурьянова. Но затем сошел с поезда в Тихом Курске, чтобы почувствовать себя и несуетный мир вокруг. Вот так написано о выставке, вот так написано о Владимире Дайбове. Так выставка «Однажды в России», открыта в Петербургском частном музее «Ирарта». Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Thank you.